друзья, меня тут попросили показать бочки, или вернее рассказать. Честно говоря, я сам уже давненько туда не ходил. И заранее прошу прощения. Ох ты, как мы тут засыпаем. За звук не знаю, как я вот такой свет не соплю. Надеюсь, это микрофон. Просто... Заранее прошу прощения за беспорядок. Вот у меня тут мои бочки замоченные, бродильные, просто свалены на газон. Вот бывший газон красивый, который я отвел под будущий яблоневый сад в надежде получить кальвадос. Вот мой сосед там входит. Виктор Владимирович, привет, привет, дорогой. Заходи попозже. Хорошо, дорогой. Вот. Вот моя, как говорится, святая святых, моя мастерская, которую я, собственно, начал строить. Не знаю, сейчас зашкалит опять. Кстати, со звуком я все понял прекрасно. Эти айфоны, они сами как бы глушат. То есть, когда я как кашляну или просто чуть-чуть громче голос, голос-то у меня поставлен, поэтому... глушу, и он как бы микширует, и потом провал после этого происходит со звуком. Ой, что-то аж заслепило глаза после темной бани. Глаза просто аж... Ну, кругом снег, снег, снег. Вот моя, как бы я навес сделал, чтобы здесь можно было. Извиняйте, тут беспорядок, просто беспорядок. Вот. Там мастерская у меня. Вот. Ну, начнем, наверное, не знаю с чего. Собственно, я начал строительство, сначала построил мастерскую, там я начал варить пиво сначала. Просто ну, из любопытства, во-первых, хотелось начать с пива. И начал я с пива. К виски я перешел позже. Крепким напитком, поскольку практически процесс-то тот же самый. А вот здесь, как там у Александра Сергеевича? Как молодой повеса ждет свидания с любовницей развратной или дурой им обманутой, так я весь день минуту ждал, когда сойду в подвал свой тайный к верным сундукам. Так что я действительно как скупой рыцарь. Вот, спускаемся, не знаю, как бы развернуть. Это можно, нет, наверное, нельзя. Вот здесь у меня, собственно, выход пива, видите, на улицу. Вот стоят кеги. Летом я себе сделал подарок. Идешь, чтобы не заходить в погреб, просто подходишь там на улице к кранчику или бутылочку, ну, там пегас стоит. Там стоит пегас, и я могу себе в любой момент налить пиво. Собственно, погреб я начал строить для пива, потому что я в мастерской при повышенной температуре мог позволить себе только эли. А здесь мне хотелось бы, что называется, сделать низового брожения, то есть какие-нибудь лагерные пива. И, честно говоря, до лагеря так дело не дошло, поскольку... тут я оброс бочками, и бочки мне просто стало некуда девать. Вот, собственно, так что бочки живут здесь. Хотя, если честно, для выдержки крепких напитков относительно сырой и холодный подвал не очень удобен. По причине того, что здесь падает спиртуозность, потому что ангелы жрут исключительно спирт, короче, они жрут. В мастерской же там, там, где тепло и где, так сказать, я поддерживаю температуру плюсовую и зимой, там практически спиртозность не падает, а в некоторых бочечках даже и растет.
То есть там хорошо, в принципе, довыдерживать. Там все мальки мои, все там остались. То есть опыты с мальками, они все там. Там где-то 10 или сколько там у меня мальков. Я даже кому-то даже дарил, своему приятелю. Так вот, ну не знаю, пойдем последовательно. Не знаю, как это снять. Развернуть. Как можно развернуть сей кадр-то? Никак, наверное, уже нельзя развернуть. Вот. Вот моя одна бочечка. В ней чача. О, ты уже 3 года. Пора уже и пробу снимать. Уже да. Тут хорошая чача должна быть. Эта бочечка хорошая. Хорошая. Это нашего дуба, правда. Из Темрюка. Но она из-под портвейна. Хорошая бочечка. Здесь вот эти. Это куецкая бочка. Это пивная бочка. Бог его знает какого года, то есть она еще из Советского Союза. Я, наверное, рассказывал про нее, потому что она, то есть ферментированная сама древесина, эта бочка простояла 30 лет на каком-то складе бывшего пивного завода, совершенно девственная была бочка. Вот в ней, кстати, рожь тоже 3 года. Ага, туда я добавил еще массандры. Видите, да? Ну, значит, там пару-тройку бутылок массандры. Ну, 2, может быть, не помню. Надо было написать. Тоже не заглядывал. Вот с тех пор, как поставил, так и не заглядывал. Так что вот эта девственная бочка из Советского Союза, в ней даже не было заливного отверстия прокручено. Когда я прокрутил, оттуда воздух из Советского Союза пошел. Вот это тоже аналогично. Рожь плюс ячмень. Это раньше пивная тара была. Я помню еще те времена, когда пиво привозили в пивники, и там просверливал тетка там какую-то этот самый дырку и вставляла туда качок. Причем качала воздухом. Ну, почему качала воздухом? Потому что эта бочка 100-литровая, она не залеживалась. То есть пиво там не успевало скиснуть, так что можно было не углекислым газом, как вот у меня все эти кеги стоят, они накачаны углекислым. И как бы есть искусственная карбонизация, есть принудительная, вот, собственно, газом можно надо. Вот, так что вот это еще одна куецкая бочечка из Советского Союза. А вот пошли бочечки уже импортные. Если тут видно, мне просто я не вижу, что я снимаю. Поскольку экран развернут в ту сторону. Вы видите, что это бочечка из дистиллерии, из-под бурбона. Да, Heaven Hill. Полная, тоже 20-й год. Хорошо, я в 20-м году поработал. Ячмень, рожь плюс кукуруза. Ага, вот она какая. Вот она. Здесь что у меня внизу? Это испанка. Это испанка. Так, тоже 19-й год. Опа! Пора. А там, кстати, начало 18-й год. Ну, пора заглянуть. Ну, летом заглянем. Так, дальше. Подобная же испанка от Ирины. Так, что там у нас? 20-й год. Кукуруза, ячмень, рожь. Копченая. А это моя... Зеленый, очевидно, зеленый солод, который я подкапчивал сам. Вот видите, вот этот коварный шланг, когда ты меня подвел, и больше половины 3,5-летнего виски вылилось из нее, когда было временное хранение. Вот еще один Heaven Hill, слив их с 2 куедок. Да, из тех вот куедок, вот те, которые пивные бочки, мне не понравился, как там формируется вкус. Смотрите, 17-18 год. Значит, я перелил ее вот в эту бурбонную бочку. Потому что мне там что-то там вот этот вот непонятный дуб, он не очень вкусно мне показался. Ну, во-первых, время. Вот остатки вина. Так, что у нас внизу? Так, Макгреннон бочка, да, тоже импортная из Испании, винная. 21-й год, начало кукуруза, рожь, тоже видите, какой тут смесь, испанский херес я в него влил, не пожалел пару бутылок испанского хереса, ну, чтобы имитировать.
как говорится, сезонировать бочку, я решил просто, ну что, на 220 литров, там какие-то 1.5 литра хереса. Вот это хорошая бочка, вот это фирма Demptus. Здесь сингл молт, начало 19-й год, 20-й, да, видимо, долил, да, видимо, залил в 19-м вот так, потом долил, сингл молт. Так, это, значит, это Курский, очевидно. А может быть, вот не написал. Тут либо Курский, собственно, либо наш суфле. Чем хороша эта бочка? Если вы умеете читать, видите, здесь американский дуб и французский. То есть, эта бочка сделана из двух сортов дуба. Вот еще одна испанка, тоже сингл молт, 19-й год. 19-й. Ну, слушайте, время, пока я тут со спиной, это 1.5 года просто пролетели незаметно. Что там у нас? Ноябрь 18-го, март 19-го. Вот это я поработал. Полная херес. Что там? Виски. Виски полная, долив. Ну, очевидно, тоже солодовый напиток. А вот пошли уже винные. Это вот винная бочка свежая. Это вот первые. Они опять по второму разу стоят под вином. Здесь у меня Каберне Савиньон в чистом виде, 21-й год. Что там за бочка? Ну, сейчас уже даже... Ну, нехай стоит. Стоит тут пиво Шмива. Там какая-то куетка. Черт знает с чем. А тут что у нас? Ку-ку. Кука. А, здесь у нас, собственно, кука. Лето 22-го. Значит, в 22-м я еще не сломался. Вот в 22-м летом, значит, это последняя кука, значит, заполненная мной в свежую. Эти вот бочечки, вот эти три, я заказывал в Краснодарском крае. Такой Коба есть. Коба, по-моему, Коба. Грузин, хороший мужик. Просто они, когда пришли ко мне, ни капли из них не вытекло. Я их, конечно, вот Касри. Вот у него Касри, его клеймо. Ну вот, собственно, это те бочки, которые стоят у меня. Которые стоят у меня в погребе. В подвале. Тайном. Тут у меня и капустка есть, и углекислый газ, и все остальное. И пиво на выходе. Выходим от 7. Здесь уже холодно становится. Здесь где-то градуса 4. Это не очень хорошо для выдерживания виски. То есть просто процесс несколько затягивается. Там в мастерской -то оно лучше. Ну вот, да, не смотрите на... Буду тогда на себя проецировать, дабы не показывать бардак какой тут у меня. Крыша провалилась, надо бы чинить. Вот бродильня, купленная. У меня ножки тут же отвалились. Хорошо, она уперлась у меня. Ну вот я слил вино в бочке. А помыть так просто сил не было. То есть я успел смыть. А ждет, как говорится, когда воду дадут. Ну, это моя зернодробилка. А, вот я прошел. Ну, здесь завалено всякими досками. Ну, а что мне не завалить? Вот две бочки просто не помещаются. Одна темрюкская, насколько помню. С чем она там? Да, это темрюкская. А что у нее внутри? Там где-то бумажка должна быть на ней. Что у нее внутри-то? Она полная должна. О, хрен, сейчас вытащу. Нет, не вытащить. Ну, здесь что-то с рожей. Я вот последний опыт. И вот еще. А это французская бочка. У нее объем немножко побольше. 228 литров. А, ну, нет, сейчас мне руками не выдрать. Здесь тоже какой-то опыт стоит. Там где-то бумажечка должна быть с надписью. Вот она здесь. Все это полное, ребята. Все это я, кажется, не покладая рук. Мастерская. Здесь тоже не было сил убраться, воды не было после последней перегонки. Это одних из тоже из пивных. Теперь я и в том винном как бы выдерживаю, там 200-литровый, и вот этот 100-110 литров. Ну, отвратительно делают. Это никак не могут сделать эту крышку герметичной. Приходится ее герметизировать. Ой,
В общем, геморрой. Самому врезать, вон, видите, там еще этот спиртик я залил внизу специально, он болтается с остатками хмеля. Ну, чтобы не замерзло, чтобы дезинфекция, чтобы не завелась какая-нибудь ерунда. Вот мой аппаратик. Вот, собственно, вот этот узел, вот этот узел. Вот он идет оттуда, идет. Головы я отбираю на колонне. Потом переключаю кран. Вот так, собственно. И у меня идет дистилляция без укрепления. Здесь я уже не включаю этот дефлегматор. У меня идет практически прямотоком. Но головы я сильно отбираю, то есть без жадности. От этого зависит, конечно. От голов очень много зависит. С хвостами там уже сложнее. Вот мои мелочи тут стоит. Здесь довыдержка. Довыдержка уже готовых напитков. Тут мусор, извините. Вот там, там какая-то бочка с чем-то. С ржаным. Что-то там ржаное явно. Вот еще мелочь тут сидит по углам распиханная. Вот тут мелочь сидит по углам. Здесь некие напитки уже готовые к розливу и употреблению. Ну, чтобы кто-то пришел, я бы сразу в бутылочку-то и налил. А вот еще одна у меня бочка с граппой. Каберне Совиньон. Это про ту, которую я говорил, что она не очень. То есть без мускатной добавки Каберне Совиньон выдает не очень интересную граппу. Так, вот это замечательная испанская бочка. И такая же подобная напротив стоит. Здесь у меня немножко солода осталось. Вот там тоже Демптос, но тут с одним дубом. Вот тоже фирма Демптос, как та из той же конюшни, что у меня там в погребе. Но там из двух видов дубов. Это я вот это я последнее, что сделал, попытался на изюме сделать пейсаховку. То есть выдерживаю пейсаховку. Здесь, в этой муруа, и в той муруа сюда напротив, залит вот тот, та складчина. Здесь у меня, видите, Симпсон, одна часть, и четыре части суфле. В общем, вот эти две бочки я заполнил дымным виски. Да, дым остался. А вот это опыт чисто виноградного. Был какой-то чилийский пропадающий виноград. Тонны полторы-две, что ли, я его переработал. Ну, это был обычный виноград. Как говорится, столовый, не технических сортов. Вот. Не технических сортов был виноград. Но я его сбродил. И, как говорится, из чистого винограда, без доли сахара, без добавления сахара, получил вот целую бочку всего напитка. Считай, уже коньячный. Ну, там дерьмовый виноград, конечно, не для наших дел. Так что вот, я прошелся. И, как видите, многие бочки мною забыты. Что хорошо. То есть вот надо было их много-много назаполнять, чтобы потом забыть про них. И получить сюрприз когда-нибудь, наверняка. Понимаете, о чем я? Ну вот, собственно, засим на солнышке. Вот это уже солнцепек. Видите, стенка погреба уже освободилась от снега. Мухи летают, понимаешь, тут еще остатки снега на дорожках. А вон еще лед на пруду. Полный пруд льда. Вон там утка. Это не настоящая утка, это у меня якобы утки плавают в пруду. Вот, собственно, надеюсь. Ох, на целых аж 20.